Так особо комментировать, скажем так, нечего. Команда Белгород, конечно, крепкая, сильная. Игроки возрастные, с хорошим пониманием футбола. То есть, ну, хорошая, крепкая команда. Конечно, нам тяжело, у нас ребята молодые. Вот. Ну, наделали много ошибок. И, конечно, начинать матч при счете 2-0 очень тяжело. Пытались перестроиться, пытались что-то сделать, что-то наладить, забили мяч. Вроде бы так, что-то показалось, что можем поиметь с этого, вот, но не получилось. Потом развалились полностью и так и докатились. В прошлом году вы здорово стартовали, а что изменилось за это время у вас с финансами, составом, фортуной? Почему такой резкий перепад? Перепад чего? Ну, мест. Команда ожидировала в прошлом году. В смысле, с прошлого сезона, да? Ну, да, конечно, изменения есть. Изменился курс. У нас ребята молодые. Если в том году постарше была команда, она всегда была крепкая. Сейчас просто курс поменялся. Набрали молодых ребят. И пытаемся с ними работать. И... Создать команду просто перспективную, да. Перспективную, скажем так.